Всем хэшки, это Зион, и сегодня я бы хотела рассказать вам о такой, ну, это Гаррис Мод, собственно говоря, потайная комната есть на карте GM Construct. Давайте запустим, посмотрим, что будет. Итак, мы зашли на карту, вот, стандартная карта Гаррис Мод, вот тут летаем, не летаем, на дома там прыгаем, ну, не знаю, как кому, короче. Вот. Комната, собственно, находится вот в этом комплексе. То есть, ну, нигде. Может, она. Кто-то считает, ну, вот это не потайная комната, точно. А вот это тоже, как бы. Потайная комната находится в совершенно другом месте. В нее можно просто так попасть без всяких полетов. А, вот, мы поднялись. Нет, они нет. Вот здесь она, вот этот знак, и справа, если... Блин, тут слишком темно сейчас. Где? Свет или лампы? Свет, да. Вот, смотрите. Блин, всё-таки не видно. Надо чуть-чуть другого. Если белую лампочку называть. Видите, тут как бы полоска такая идет. Ну, мы как бы крадемся и сейчас ладно, ну, черный там. Ладно, ну, в общем, понятно. Вот, и мы проходим сквозь стену и заходим в какую-то странную комнату, где можно делать что угодно. Тут есть раковина. Ой, по сути, это что-то вроде убежище. Такая вот сама карта. Это проект. Кто делал? Понятно. А, вот кукла есть. Вуди, походу. Ай, нет, не надо. Иди сюда. Ну, кукла есть. Стол там. Кресло. Диван. Ну, короче, всякие постеры, не постеры. Вот такая потайная комната. Вылезли. Тоже можно. Это так можно было вылезть. Все, мы вылезли из комнаты и как бы. Так, я случайно просто набрел на нее, когда вот так вот летел. Набрел стену, о, вот моя комната будет. И решил снять поэтому видео. Ну, я давно это обнаружил, что-то не решался никак снять видео. Ладно, все спасибо, все пока. Все баюшки, с вами был Зион. Давайте.